Городской округ избавит от пробок. На участках, где постоянно затрудняется движение автотранспорта, пройдут ремонтные работы. Под реконструкцию попадет зона пересечения улицы Электрификации и первого Панковского проезда. Из-за большой плотности движения в сторону Москвы на этом участке в часы пик образуется скопление автомобилей. Проблемы решат с помощью расширения проезжей части. Для того, чтобы те автомобили, которые пропускают встречное движение, не блокировали движение по улице Электрификации, мы проводим сейчас локальные мероприятия по улучшению пропускной способности. То есть добавляем правую полосу для объезда тех, кто поворачивает налево. На эти работы из бюджета округа выделено более 1 миллиона 800 тысяч рублей. Ремонт стартует в начале июня и завершится в течение одного месяца. Это мероприятие 100% разгрузит. Этот перекресток, который сейчас является проблемным на карте Люберцы, Московской области, проект разработан, заложены деньги в бюджете городского округа. Но я уверен, что здесь машины будут в хорошем смысле этого слова пролетать.